Добрый день! Мы сегодня с вами сравним звук между двумя колонками. Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition и Anker Soundcore Flare Plus. Обе эти модели у нас излучают звук вокруг себя или обладают звуком в 360, как у нас написано на упаковке. Колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition у нас имеет на борту два динамика и два пассивных излучателя. Один у нас располагается в нижней части, второй пассивный излучатель у нас скрыт под колесом регулировки громкости. И производитель у нас заявляет мощность этой колонки в 40 Вт. Колонка Anker Soundcore Flare Plus обладает четырьмя динамиками. У нас также здесь два широкополосных динамика, затем идет выше два пассивных излучателя и имеются дополнительно два высокочастотных твиттера. Один находится в передней части, другой у нас с обратной стороны под хвостиком. И когда колонка направлена к вам логотипом, то один из высокочастотных динамиков направлен в вашу сторону. И самое интересное, что производитель в этой модели у нас заявляет мощность всего лишь 25 Вт. То есть, если мы с вами смотрим только лишь на цифры мощности, то колонка Tronsmart у нас должна быть громче. А так это или не так, сегодня мы с вами узнаем. Сейчас вы услышите сравнение звука между этими двумя моделями. Если вы хотите услышать наиболее достоверный звук, то вам необходимо надеть наушники. Запись производилась при помощи рекордера, в котором достаточно хорошие микрофоны, а сам рекордер у нас располагался на расстоянии метр от обеих колонок. Громкость на обеих у нас была 75%. Колонка Flare Plus у нас играла на эквалайзере по умолчанию и с включенной функцией Bass Up. Колонка Tronsmart T6 Plus у нас играла с настройкой эквалайзера, которая идет по умолчанию. В колонке Tronsmart у нас есть несколько преимуществ. Во-первых, она у нас немножечко легче, во-вторых, имеет меньший размер, и за счет этого ее можно поместить во флягодержатель велосипеда. Но честно скажу, что происходит это с большим трудом. Мой флягодержатель ее помещает только в том случае, если я его немножечко разогну, и тогда колонка помещается. У меня алюминиевый флягодержатель, и колонка туда залазит, так сказать, еле-еле. Плюс еще в этой колонке у нас есть возможность воспроизвести музыку с карты памяти,
памяти, а также с USB-флешки. Дополнительно имеется модуль NFC, если это кому-то полезно, вы просто прикладываете телефон, в котором тоже есть NFC-колонки, и колонка у нас сопрягается с устройством. Обе колонки у нас и могут выступать в качестве пауэрбэнка и в случае необходимости зарядить ваше устройство. Ну и переходим к колонке Flare Plus. Здесь у нас немножечко больше габариты и чуть-чуть больше вес. На 100 грамм, если не ошибаюсь, она у нас тяжелее. В этой колонке у нас за счет динамиков, конечно же, более яркое звучание, более детальный звук. По размеру она у нас значительно крупнее, поэтому во флягодержатель она не влезет. В этой стороне, если мы сравниваем, то она еще более-менее сравнима по диаметру. А вот с этого ракурса уже видно, что колонка Flare Plus очень сильно расширяется к нижней части. Поэтому с собой ее на флягодержатель уже будет тяжело поместить, может быть, как-то по-другому брать с собой, но не знаю, мне кажется, это немножечко неудобно. Из дополнительных преимуществ этой колонки это, конечно же, подсветка. У нас здесь имеется один режим, который работает в такт музыки, и еще три режима, когда просто переливается или же загорается, затухает подсветка. В целом вечером очень симпатично смотрится. Я лично с собой на велосипеде беру ее младшую модель, обычную колонку Flare. И тут мы с вами переходим к еще одной особенности этих двух колонок. Колонка Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition может объединиться с другой колонкой и создать стереопару, но только точно с такой же T6 Plus Upgraded Edition. С обычной T6 Plus, без приставки Upgraded Edition, у которой звук направлен в одну сторону, они объединиться, к сожалению, не могут. Колонка Flare Plus у нас также может объединяться с другими колонками, и в данном случае у нас колонка Flare, которая меньше, и они между собой могут создать стереопару, а также звучать как просто расширение звука. Это уже вы сами выбираете в мобильном приложении. И на мой взгляд, вот эта колонка для велосипеда более подходящая, чем эта, просто по размеру, потому что она удобнее и легче. Пару слов про эквалайзер. Обе модели нам дают возможность немножечко изменить звук. В колонке Tronsmart T6 Plus, нажимая на кнопку, мы с вами можем менять звучание в этой колонке. Имеются три заготовленных пресета. Обычный, стандартный по умолчанию звук, который, на мой взгляд, самый правильный и сбалансированный. А следующая настройка нам дает возможность немножечко увеличить объем звука в этой колонке и прибавить средние частоты. То есть звучание становится такое чуть-чуть более открытое и более яркое. Ну и последняя настройка называется 3D Deep Bass. Как бы должно быть больше баса, но по факту баса больше я в этой настройке не слышу. И, на мой взгляд, более правильный бас, он именно в режиме по умолчанию, когда никакой индикатор не горит. По эквалайзеру в колонке Soundcore Flare Plus. Здесь у нас имеются также несколько заготовок звука, которые доступны вам в приложении. А также имеется возможность полностью вручную настроить эквалайзер под себя. И здесь уже можно получить более такие изысканные звучания в колонке. А вообще, в целом, звук у этой колонки, он немножечко более собранный относительно этой колонки. И низкие частоты здесь уже лучше звучат. Таким образом, давайте сразу поговорим про звучание этих колонок. Здесь звук у нас более яркий, более детальный. И громкость этой колонки на максимуме немножечко больше, чем у Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition. Несмотря на то, что по заявлению здесь мощность меньше, чем в этой колонке. Включаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя.
воспомнить его любовь. Уж идет четвертый день, хотя по радио сказали, жаркой будет даже день. Но впрочем, в той тени, где я кутаюсь, сухо и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день и Дима, ты пьем, мы в общем весело живем, хотя и дождь за окном, но где-то фон сломался, и сижу в тишине, чему и рад полный. Я жду ответа, больше надежд нету, скоро кончится лето. Подведем итог по звучанию этих двух моделей. В прямом сравнении Anker Soundcore Flare Plus у нас одерживает победу. Звук в этой колонке более яркий и общая громкость в этой колонке больше на максимальном уровне. Но если мы с вами поговорим просто про колонку Tronsmart T6 Plus без прямого сравнения, то в целом в ней звучание не такое уж и плохое. Лично мне звук нравится. Здесь мы больше говорим именно о пристрастии к звуку у каждого человека. Для кого-то этот звук понравится, кому-то этот звук будет неприятный. Лично мне нравится, что в этой колонке характер звука, он такой более низкочастотный. Но все же вернемся к сравнению между этими двумя колонками. Здесь, как я уже сказал, более низкий характер звука. Но, как такового, баса здесь нету. Низкочастотный звук, он такой немножко размазанный, и нету собранности, нету силы в низкой частоте. Среднечастотный диапазон звука здесь, ну, немножечко глуховатый по сравнению с этой колонкой, но в целом голоса звучат вполне себе нормально. Высокие частоты здесь в этой колонке присутствуют, особенно по сравнению с предыдущими колонками Tronsmart T6. Но в то же время до уровня Flare Plus у нас она не дотягивается, поэтому вот в прямом сравнении тяжело сказать что-то хорошее про эту колонку. Но еще раз повторю, лично мне звучание этой колонки без сравнения просто само по себе нравится. Так что если вы думаете об этой колонке, если вы думаете о приобретении этой модели, то послушайте. Если вам звучание этой колонки понравится, то смело приобретайте. Ну а теперь касательно Flare Plus. Здесь у нас со звуком все значительно лучше. Во-первых, середина более открытая. Голоса мы слышим лучше и ярче. Высокочастотный диапазон, конечно же, здесь тоже берет верх, потому что звучание, оно у нас более кристальное, более детальное. И даже низкие частоты в этой колонке у нас более собранные и более наполняющие. Когда вы слушаете звук от этой колонки, то звук такой более бархатистый и более сильный, как я уже сказал. Поэтому по звуку здесь явное преимущество в этой колонке. Вам же остается сделать выбор в пользу какой-то колонки, исходя из ваших личных предпочтений в звуке. Хочу вам напомнить, что у нас идет голосование, с какой колонкой вы хотите еще сравнение Anker Soundcore Flare Plus. В описании будет ссылка на то видео, в котором нужно оставить свой голос за ту или иную колонку. Ну а мы с вами завершаем это видео. Я желаю вам хорошего и яркого лета. Всем пока!